Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали 47-летнего гражданина, управляющего автомобилем в нетрезвом состоянии. Сообщение о правонарушениях поступило вечером 15 июля. Очевидцы сообщают, что группа неизвестных граждан, находясь в нетрезвом состоянии, совершают хаотичные движения на автомобиле на парковке около культурно-досугового центра «Союз». Было принято решение расследовать за данным автомобилем. При использовании специальных звуковых сигналов данный автомобиль был остановлен. При проверке документов было установлено, что за рулем находится водитель в состоянии алкогольного опьянения. Был вызван экипаж ДПС. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что водитель транспортного средства в 2017 году уже был лишен права управлять транспортным средством.